Мы находимся у ЦУМа, новогодняя ярмарка. Вот ЦУМ украшен как большой подарок. Последние праздники. Посмотрите, как здесь красиво оформлены витрины. Вот идеи для украшения на следующий год. Удачи! А тут еще киоск также украшен. Так это вот елка, видите, в таком бело-голубом. Какая прелесть! Вот 12 месяцев такой фонарик. Вот он подсвечивается. Книжечка такая. Смотрите, как здорово сделано в виде книги. И в этом году вот везде по всей Москве. И вот в этом году по всей Москве вот такие вот маски украшают. Сменили немножко декорации Москвы, дизайн. Вот такие вот маски. Да, сейчас мы зайдем сюда. Ну, не знаю, а мне нравится шоколад. 240. Вот этот растягай с рыбой. Ой. Бери. И я возьму. Да, Анушки, да? Все готовы!
А вот собачки спали. Не-не-не. Ладно. Здесь ангелы, собачки. А они почему? Все-таки решили сюда заглянуть. Красный нравится, но вот это не, но это не елочные украшения. Нет, нет, на елочные вот там висят. Вот такой маленький земляк, вот такой вот маленький. Слушай, может правда такой маленький взять? Я хочу взять. И я возьму. Там на елочку. Спасибо. Вот какие чайники. Кстати, к сожалению, уже ярмарка закрывается. Вы закрываетесь, да, последний день? Так что вы уже не успеете купить. Ну ничего. А в следующий год уже другое будет, да. А вот посмотрите, какая соломка с перечницей, прелесть какая. Ай, в санках. В санках. Вот и заканчивается путешествие в Рождество. Какие гномики симпатичные. Отойди на нас чуть-чуть. Готов к поражению. Проверь-ка на допинг его. В прошлый раз он жульничал. Все нормально? Бороди, все нормально. Смотрите, я за тобой слежу. Готов? Woo!
Вставайте, сфотографируйте.